Расходы Центральной избирательной комиссии Гагаузии были сокращены на 60%. Об этом заявил заместитель председателя Народного собрания Гагаузии Александр Тарнавский. Такое решение было принято депутатами законодательного органа автономии при принятии бюджета на 2022 год. При сокращении бюджета ЦИК многие работники этого ведомства остались без заработной платы, отметил вице-спикер Народного собрания Гагаузии Александр Тарнавский. Мы допустили одну ошибку, я честно коллегам это говорю, по Центральной избирательной комиссии. Потому что это не было мое предложение, но так как я отвечаю за финансовую сферу, надо было мне перепроверить и эту цифру не допустить. Мы сократили всем на 20%, а Центральная избирательная комиссия сократили на 60%. И люди действительно остались без зарплаты. Депутат Народного собрания Гагаузии Леонид Кися также отметил, что законодательный орган принял неправильное решение. Мы урезали там экспресс-эконом, ЦИК, но мы оставляем людей без зарплаты. Это тоже наши жители. Александр Тарнавский отметил, что к рассмотрению вопроса о финансировании ЦИК депутаты Народного собрания Гагаузии намерены вернуться на очередном заседании. Но сейчас исполнительный комитет предложил внести изменения в бюджет, и мы эту поправку предложили. Центральная избирательная комиссия сократила свои расходы примерно на 20%, но мы им восстановили финансирование вместе с коллегами, и сейчас эта ситуация исправлена. То есть о чем я хочу сказать? Мы живые люди, и мы допускаем ошибки. Депутаты законодательного органа автономии обосновали необходимость сокращения бюджета ЦИК Гагаузии тем, что в этом году не проводятся выборы. Майя Садович, Сергей Георгиев, Моря Казаку, новости.